Привет! Это программа Art News на Кремень ТВ. Программа афиша ближайших интересных событий из культурной жизни города. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, вступайте в нашу группу, делайте репосты и получайте за это подарки. Кроме того, добавляйтесь в социальных сетях на наши страницы. Будем вместе посещать интересные события, а их, поверьте, очень много. Ну а пока давайте посмотрим о событиях, которые заинтересовали нас на прошлой неделе. ТРК «Европа» приглашает 31 июля во внутреннем дворе в 17:00 «Августин Бир Фест». Это первый городской праздник пива и рок-музыки. Хедлайнер праздника – группа «Табула Раса». Кстати, скажем по секрету, что мы отправляемся снимать это мероприятие, а также снимать интервью с группой «Табула Раса». Так что будет интересно, обязательно попадите в наш кадр, помахайте нам руками, а мы вас красиво представим зрителю. Ну а 31 июля в самом пабе «Августин» группа «Neon Night». Ресторанный комплекс «Украина» семимильными шагами завоевывает внимание аудитории. 31 июля продолжается серия интересных вечеринок в стиле 80-х. И на этот раз эта вечеринка будет называться «Стиляги». Любимая музыка и развлечения, кстати, музыка в живом исполнении. 31 июля в 20:00 ресторанный комплекс «Украина». 1 июля в субботу на аэродроме Недогорки вас ждет фест по драг-рейсингу от Diablo Racing Club. Специальный гость – Руэль. Интервью с Руэлем мы тоже записываем на этой неделе. Приезжайте на своих машинах со своими девчонками и с друзьями на драг-рейсинг, который состоится в Недогорках. 1 августа в 15:00 в Приднепровском парке возле летней сцены первый бесплатный фестиваль «Кременчук Holiday Fest». 2 августа в 13:00 «Острый в розвах запрошує» на Святому Розово. Будет разыграно 30 ящиков мороженого в программе «Мега Битва» настоящим мороженым. Пальчики оближешь. Еще квесты, мастер-классы, интересная сказка и многое другое. Для участников программы более 500 пачек мороженого. 1 августа в 20:00 пивница «Радиола» приглашает вас на концерт любимых рок-групп. Специальный гость – команда «Майор Пронин», город Полтава. В «Галактика кино», как всегда, интересно и есть что посмотреть. На этой неделе мы смотрим фильмы, такие как «Миньоны», «Этот неловкий момент», «Бумажные города» и «Гороскоп на удачу». А также «Убрать из друзей», «Человек-муравей», «Терминатор Генезис» и «Супер Майк XXXL». Ну а премьера на этой неделе – фильм «Левша», «Ускорение» и фильм «Вне себя». Такая была афиша мероприятий на эту неделю. Подписывайтесь на наш канал, присылайте ваши анонсы. Тук-тук, присылайте анонсы на почту afisha@kremen.tv. Если вы не побеспокоитесь о своей рекламе, тогда никто о ней. Хотя ладно, я побеспокоюсь. Но анонсы все-таки присылайте. Все, это программа Art News. Послушали, наметили план действий и вперед! Поехали развлекаться. Культурные события города не спят. Мы ждем только вас. Программа Art News. До следующего выпуска.